Самые нужные английские слова, часть 18. Итак, 52-е слово это think, думаю. Например, я думаю так. I think so. Или вопрос, что ты думаешь об этом? What? Это что? Вспомогательный глагол do получается what do you think about it? What do you think about it? Что ты думаешь об этом? И я думаю, твое решение верно. I think your decision is right. I think your decision is right. Например, я не думаю так. I don't think so. I don't think so. Далее. Вопросительное слово when. Переводится как когда. When это когда. Например, when когда встаешь? When do you get up? When do you get up? Или можно было спросить также не when, а what time? В какое время, да? What time? Do you get up? Или, в принципе, можно сказать также в будущем времени. Когда ты придешь? В будущее время это will, поэтому when will you come? Также это может быть и более сложное предложение. Например, я не знаю. I don't know. I don't know, когда это произошло. When, это когда. When it happened. Также с вами разберем примеры со словом which. Which это который в английском языке. Мы знаем, что what это какой, а which это который. Когда есть какой-то ограниченный выбор. Например, какие книги вам нравятся? Которые книги вам нравятся? Which books do you like? Которые книги вам нравятся? Когда у вас есть какой-то ограниченный выбор. Или, например, which? Что вы предпочитаете? Which do you prefer? Что вы предпочитаете? Соответственно, tea or coffee. Что вы предпочитаете? Чай или кофе? То есть одно из двух, поэтому ограниченный какой-то выбор. И также может быть не обязательно вопросительное предложение switch. Например, я встретил человека. I saw a man. Я встретил мужчину, который выглядел очень странно. Which looked. Да, which. Посередке I. Which looked very strange. Который выглядел очень странно. Итак, подведем итоги. Think переводится как думать. Например, I think so. Я думаю так. What do you think about it? Что ты думаешь об этом? I think your decision is right. Я думаю, твое решение верно. I don't think so. Я не думаю так. When – это когда. Примеры вопросов. Мы знаем, что when ставится впереди. When do you get up? Когда ты встаешь? Или what time do you get up? Или в будущем времени вопрос. When will you come? Когда ты придешь? Или обычное, может быть, предложение, не обязательно вопросительное. I don't know. Я не знаю. When it happened. Когда это случилось. И which. Который, когда есть какой-то ограниченный выбор в вопросе. Which books do you like? Какие книги вам нравятся? Например, which do you prefer? Что вы предпочитаете? Tea or coffee? Чай или кофе? И также обычное утвердительное предложение. I saw a man. Я видел мужчину, which looked very strange, который выглядел очень странно.